Я считаю, что платить 1000 гривен нужно пенсионерам, которые вакцинируются, допустим, в промежуток вот с сегодняшнего дня до 31 декабря. Я объясню, почему пенсионерам. Потому что это самая главная сфера риска. Люди пенсионного возраста, заболевающие коронавирусом, они одной ногой в могиле. Давайте скажем правду. Не вакцинированные. Поэтому государство должно сегодня позаботиться о них прежде всего, в первую очередь. Поэтому я бы давал эту 1000, не ограничивая людей, на что они должны тратить, хочу добавить, пенсионерам, которые вакцинируются вот с сегодняшнего дня до 31 декабря. Дмитро Ильич, я вас підтримую, але якщо дозволите, вставлю 5 копійок свої, я б не обмежував сьогоднішнього дня і до. Чому? Тому що є велика частина пенсіонерів, які вже свідомо це зробили. Ви уявіть, з яким тягарем на душі вони будуть жити зараз, в цей момент, коли почують, що... Ну, ви як відео з Комаровським, коли ви кажете... Кто лох, я... Смотрите, у всех людей была возможность это сделать, тем самым позаботясь о себе в первую очередь, о своем здоровье. Поэтому сегодня угроза национальной безопасности, большое количество невакцинированных людей, прежде всего пенсионеров. Поэтому я бы с сегодняшнего дня, я бы на месте Зеленского, с сегодняшнего дня сделал бы до 31 декабря включительно, кто вакцинировался из пенсионеров. Им 1000 не... говоря, вот без обмежень на это тратить или на это. На что человек захочет, на то он и потратит. Добре. Я за всех пенсионеров. Ну, я погоджуюсь с вами абсолютно, что эти люди в найбільшій зоні ризику.